Лондон – это лучшая площадка, где только можно было представить Украину, уверен экс-президент Леонид Кучма. По его словам, англичане традиционно относятся к нашей стране с определенной долей скепсиса. И масштабный культурный проект в столице Британии как раз способен разрушить эти стереотипы. Я, во-первых, хочу поблагодарить, наверное, фонд Лады Павлины «Фиртаж» за то, что такая идея возникла. И что дни Украины в Англии, в Лондоне проводит бизнес. Слово Лондона очень весомо и значимо не только в Европе, оно значимо во всем мире –